Ты сегодня можешь сказать, я это все знаю. Ты можешь слышать проповедь и сказать, я это знаю. Я эту книгу прочитал, я эту проповедь слышал, я это знаю. А я хочу тебе сказать, что на самом деле ты знаешь. Ты на самом деле знаешь то, в чем ты находишься. Если ты холодный, теплый христианин, все, что ты знаешь, как быть холодным, теплым христианином, вот твои знания. То, что ты слышишь здесь, огненная церковь, огненный проповедник, есть огонь Святого Духа, ты понимаешь или нет? Это не твое знание. Твое знание определяет, кто ты. Твое знание определяет, где ты. Итак, по-другому. Ты скажешь, я знаю, как процветать. Но если ты в нищете и в долгах, то ты знаешь, как быть нищим. Но ты ничего не знаешь о процветании. Я слышал проповедь о процветании. Я даже прочитал книгу «Благословение Господне обогащает и печаль с собой не приносит». Это не твое знание. Если бы эта книга «Благословение Господне обогащает и печаль с собой не приносит» станет твоим знанием, ты никогда не будешь жить в проклятии, никогда не будешь жить в счете, в долгах, кредитах, вы здесь или нет? Ты не будешь даже нуждаться ли в чем во имя Иисуса Христа. Здесь или нет? Итак, ты слышал проповедь? Премудрость оправдана плодами. Ты можешь знать, читать проповеди пастора о плодах, книги о плодах, но ты не знаешь, потому что все, что ты знаешь, если ты живешь в бесплодии, все, что ты все знаешь, как быть бесплодным. Я сознательно немножко сепарирую эти направления, чтобы доказать вам, что вам надо вырваться из мертвой точки. Вам необходимо что-то изменить в своем сознании, чтобы откровения пастора стали моим откровением, чтобы откровения библейские стали моими откровениями, чтобы откровения Моисея стали моими откровениями, чтобы откровения Елисея стали моими откровениями. Тогда ты будешь иметь помазание и огонь и победу Елисея во имя Иисуса Христа. Тем более... Если ты знаешь и читаешь что-то о помазании, но у тебя религиозная молитва, то ты ничего не знаешь о помазании, ты просто прочитал. Но все, что ты знаешь, это как быть сконченным религиозником. Вот твое состояние. Поставь честный диагноз. Проходи божественный техосмотр. Духом Святым пусть позволь ему провести рентген. Измени. Все начинается с чего? С покаяния. Все начинается с чего? Осознания. Все начинается с чего? С откровения. Все начинается с чего? С послушания. Все начинается с чего? С смирения. Пора это делать. Итак, эту идею я закончу таким предложением. Почему пастор всегда в огне? Вы можете знать много чего обо мне, много чего вы обо мне не знаете. Но чтобы вы знали, не знали, он всегда в огне. Правильно? Итак, хочу вам сказать. Многие общаются со мной и говорят, мы знаем, что ты пережил больше испытаний, чем мы, больше трудностей, чем мы. Прошел, проходил. Тогда задайте вопрос, почему он в огне и в помазании? Это означает, по-другому скажу, на этот же вопрос. Потому что он что-то знает. И что-то делает. Знает, что делать, чтобы ходить в помазание, чтобы ходить в огне. А теперь по-другому.
Чтобы тебе быть плодородным, тебе надо знать, что делать, чтобы быть плодородным. Чтобы тебе быть процветающим, тебе надо знать, что делать, чтобы быть плодородным. Чтобы тебе быть помазанником, тебе надо делать то, что делает тебя помазанником. Вы здесь, церковь, или нет? Я не слышу вас. Если кто-то процветает, это означает, он знает что-то, как процветать, и делает что-то. Это означает, ты не знаешь то, что он делает. Если бы ты знал и делал бы то, что он делал, значит, они что-то делают правильно. Значит, ты что-то делаешь не то. Вы слышите? Мы технично перешли от знания к деланию, к деле, к действиям. Вот тогда ты будешь иметь то, что Бог определил для тебя. Автоматически ничего не будет происходить. Поэтому, если у тебя есть цель, ты никогда не останешься без утренних молитв. Ты никогда не останешься без молитвенной жизни. Ты никогда не останешься, если ты хочешь менять свою жизнь, менять жизнь детей, менять свое служение, призвание, церковь, город, страну, чтобы дьявол и колдовские силы, они были разрушены на нашей земле. Ты возьмешь это, потому что это все здесь есть. Кто-то что-то делает правильно, что это здесь есть. Поэтому это может стать твоим.